как тебя зовут? Тамара. Тома, ты выглядишь потрясающе. Очень круто, что мы с тобой покупаем штаны в одном магазине. Где вот девушка, которая была, через которую прыгали? Махни рукой. Какая милая, юная, седая девушка. Потрясающе. Я с легким волнением и огромной радостью приветствую всех. Здравствуйте, Сималэнд! Давайте сделаем эту фотографию, потому что Наталья Андреевна очень себе хотела фото обои домой. Как здорово, что мы руками закрыли друг другу лица. Что вы хотите получить в подарок? Шуруповерт. Вы хотите шуруповерт? Ну что ж, мы для вас приготовили плед. Это плед фирмы «Шуруповерт». И вот сейчас будет один из первых номеров, который поразит ваше воображение. Но вначале у меня есть вопрос. Что общего между шоу-балетом «Фруц» и Олегом Газмановым? Правильно, совершенно ничего. И в этом их плюс. Шоу-балет «Фруц» — это они придумали шпагат. Это что-то нереальное. Ну, это по вкусу то же самое, что облепиховый зефир. Ну, такого не бывает, но это есть. Я говорю «группа», вы кричите «Мишка» и начинаем. Окей? 3, 4. Группа! Мишка! Погнали! Наталья, подождите. Я тоже хочу пожать вам ручку. Да что, как не родные-то? У вас все-таки полтинник. Подержаться хоть за богатых людей. Классно, мы за вас очень рады. Ура!